Он ей звонил уже не в первый раз. Всегда звонил, когда хотел вернуться к единственной, что так его ждала, чтоб снова в ее нежности проснуться. Слегка опешил, вдруг услышав. «Да», — ответил сонным голосом мужчина. «Вы по какому поводу, простите? Спит сладко, мое сердце половина. Наверное, вы номером ошиблись. Ваш номер незнакомый и чужой. А если вы из прошлого, уймитесь. Она теперь любима только мной». «Вы думаете, счастье подождет? С единственной прожить вас не цепляет? Дождитесь, что и вам ответит тот, кто, став судьбой, ошибок не прощает. Спасибо всем нежным и надежным мужчинам.